недалеко, метров сколько? 50? Ну, не, ну до сотни. Не видать никак, ничего. О, кровь, смотри. Всем здорово. Второй раз меня пригласили на охоту в охотхозяйство хорошенькое. Посмотрим, что у нас получится. Ну что, мы прибыли на место, у нас на повестке дня барсук. С собачками ночью попробуем поохотить барсука. Посмотрим, что получится. Давайте, гуляйте. Выпустили три лаечки, сейчас будем попробовать искать барсука. Нору, да? Времянка, походу. Давай. Мало. Недалеко, да. Это там. Да. Да, Витёк придет, разберется. Давай, давай. Ну да, он под корень залез, молодец. Давай. Барсук упал, да? Ну, а кто еще залез? Ну да, как бы. Давай. Нет, лиса такая не агрессивная, это барсук. Он рычит, да? Он кидается, слышишь? Ну ебать, это вообще кукла, блядь, красава, ебать. Давай. Барсучатница прям, блядь. Она в тот раз у нас нашла, блядь. Блядь, кровище-то, блядь, барсук. Как монголом ебал, блядь. Поцарап, ну, смотри, кровь. Значит, нам надо давить. Давай. 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 Барсук когда вылезет, слышишь, чуть отойди, потому что он пидорас этот агрессивный, ебать. Давай, и резкий охуеть какой-нибудь. Витёк, пошли, консультация твоя нужна, блядь. Лопату взял. Лопату, блядь, давай. Большая, наверное, да, Витёк? Да, она туда уходит. Давай. Давай, молодец, давай. Давай, молодец. Я думаю, захотелось. О! Вырчал. Опа, ей хватает. Не, ну слушай, у нас барсука так мы не брали сейчас. Ну сейчас. Слушай, твой тут Барсук, небольшой, кстати, рожу видел. Вон. Пусть небольшой. Смотри. Все, она его зажал, да? Она тащит его.
Давай, давай, давай. Пусть маленько они поебашат. Они оба залезли туда, блядь. Видал, просто участник такой, блядь. Попал. Слушай, может убрать это? Да как ты? Она вылезти могла. Кто-то попал. Может убрать от монгола? А то он ее сейчас зажал там, блин, не дает ей. Там орет одна аж. Давай пенек можешь уберем. Тоню, фонарь держите. Пенек можешь уберем сейчас. Монгол, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Монгол. Давай, 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 давай. Черному, черному тачку, он прям потрепал его. Порвал, ебал ее. Не видно. Не видно вроде, да. Давай, 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 вперед, давай, 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 давай. Порвал. Молодец, давай, давай. Бревно можешь берем попробовать, нет? Не, не понял, оно сырое, во-первых, еще и с землей. А пусть поиграют собаки. Да, раз, блядь, а? Черному надо дать. Черному нормально, блядь. Он крупный. Я имею в виду пизделей. Крупнее из них, блядь. Ну небольшой, бурсучок. Небольшая? Небольшая, ну ебало небольшое. Самое главное, жопа какая, ебало. Давай, 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 давай. Возьми, возьми, возьми. За руку, ебать он. Давай, 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 давай. Давай, давай. У этого, блядь, рот весь разодран уже. Монгол в кровище льется, блядь, у него, ебать. Сданешь, думаешь, так? Может быть, его палка какой-нибудь оттуда? Правда, можешь попробовать палку, Витёк. Может, собаку берем, палку? Да нет, он сейчас сквозанет. Кидает. Надо его. Собаку оттащите, я его ебу там. Блядь. Давай, Ром. Или Ром, кто-нибудь. Вытаскивай его. За хвост не бойся прям. Монгол. А я азарт. Монгол. Да азарт пусть лает. Иди отсюда, ты еще. Да ладно. Монгол. Монгол. Иди сюда. Монгол. Монгол. Фу. Да за хвост оттаскивай, не бойся. Хвост, блядь. Прикусил у меня, блядь, палец болит. Они уж тут до него докопали. Подержи, а вот он, барсук, он, кстати, отсюда можно стрельнуть, вот он сидит. Да. Подожди, подожди, тоже, нет, а то еще собака. Убирайся. Вон он, блин, он хороший, кстати, нихуя не маленький, конечно, маленький. Азарт, давай, 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 давай. Вытаскивай, давай. Давай. Вот же, Витёк, отсюда, вот ёбни, правильно? Да, еще не дай бог, все-таки собаку жалко. Уйди, блядь, убери ее. Вот пидорас, что вы тут делаете? Все хозяйство, блядь, объехали нахуй. Давай, давай, азарт, давай, давай, азарт. Давай сейчас вытащим его нахуй. Подожди, там этот залез уже. Не стреляй. Ой, сломаешь. Давай это еще. Вот такая вот она охота на барсука с лайками. Выходит, выходит. Давай, подожди. Да, вытаскивай, сейчас вылез, вылез. Все, все, вот он. Возьми, возьми. Прикуси, блядь. Уёб этого. Обеля, нахуй. За губу. Разорвёт сейчас, ебал. Нахуй, в разные стороны, ёб твою мать. Давай, 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 Азарт. Возьми, возьми его, возьми. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Это из давай, 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 давай. Бля, хороший. Хороший барсучок, ты будешь маленький. Смотри, какой он. Этот его держит. Этот держит. Они его затаскивают сюда. Смотри, у морда, бля, пятак вон. Ты не отпускает. Смотри, живой еще, что ли? Пусть потрепетно. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Пизда, блядь, у меня. Ну вот сегодня и кабана, и барсука, блядь, хорошо. Да раз это было. Все, 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 молодец, все. Все, молодец, иди. Все, кукла, отвали.
кукла, отдай, блядь, отдай. Отдай, блядь. Все, все, молодцы. Все, молодцы, пойдем, блядь. Ну завизжал. Нет, ну завизжал, блядь. Я прям целил в лопатку. И хлопок был. Вот здесь, да, вот этот мавра. Может, это он и побил. Или ты маленького бил? Да ты, да. Ты маленький бил. Во, кровь, смотри. Да? Нет, это трава. Ну ты нахуй трава. А, да, вот кровь. Собаку пускай висит. Просто я тебе могу сказать одно, бля, что попал я в него четко, нахуй, я его прям выцелил. Ровно, блядь. И кровь, видишь, его, смотри на ветку, нахуй. Охуеть. Угу. Вон, бля. Мамка убежала, и сзади 4 поросенка. Что, снимаешь, нет? Да. Вот они, вижу, тепло. Вот они поднимаются. Не-не-не, мамка вон стоит и ждет. И 4 поросенка ее догоняют цепочкой. Сейчас отсюда, они начнут нахуй сейчас заниматься. Хрюкает, хрюкает. Идем. Давай двоих, двоих выпустим. Нахуй, ладно, все уже здесь. Вот. Они могли здесь всю сопку, они могли просто пойти. Так, ищем еще, где? Вот, вот. 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 Я думаю, вот. Что они по стаду пошли, не пойму, как вот. Это такое. О, вон пойдет, вот. Вот он полетел. Вот, кровь. Вот. Ага. Вот еще. Вот. Вот. Вижу, обратку, походу, пошел. Вот, вот кровь. Вот кровь. Вот он пошел. Вот, ага. Вот, вот. Нормально. Да, фиксируй. Да, вот. Вот он лежит. Ух ты, вывернуло как. Этого года. Слушай, ну хороший, блядь. Угу. Ну, пожалуйста. Куда попал? Да куда? Вот попал. Куда целил нас из лопатки? Это выход? Это вход. Там он выкинул. А, выход кишки чуть-чуть, да. Выкинуло. Какой калибр? 208. Я на 243 пристрелился, а пристрелять не было возможности. Я сегодня обратно нахожу. Ты смотри, вот сколько он, блядь. Вот поросенок попал как хорошо, блядь. И он вот прошел сколько. Вот, видишь, вход, угу, дырочка. Угу. Ну я его прям выцелил, прям вот, знаешь, ну какой чинаш, ты что, промахнулся. Ну он завизжал. Конечно. И хлопок был. Сейчас разделаем потихонечку. Вот такой получился кабанчик. Вот и закончилось мое маленькое приключение на сегодняшний день в охотхозяйстве. Хорошенькое. Пока дорога дальняя, как говорится, есть время поболтать. Время 3 часа утра. Пока разделали, пока пообщались, вот оно и пролетело. Ну и долго звери искали. Мы уже как бы и надежду потеряли. Давайте расскажу с самого все начала. В общем, пишет мне на почту Дмитрий. Жень, привет. Есть желание поснимать охоту на барсука с лайками ночью? Интересно? Я ему говорю, Дим, мне все интересно. Не вопрос. С удовольствием приеду, поснимаю. Сам посмотрю, людям покажу. О, ну все, приезжай. Есть лицензия. Попробуем добыть. Ну и время останется. Посидим на вышке на кабанчике. Договорились, я приехал, поехали в угодье искать барсука. Дожди шли дня сколько там, наверное, два назад.
Объездили все угодья. 30 с чем-то километров, по-моему, собаки по GPS-нику пробежали. Ну нет барсука и все. Лису там видели одну. И все. Уже отчаялись. Ну, в принципе, еще и время так, не так много было. Что-то надоело нам это катание. Предложили поехать на вышку посидеть. Приехали на вышку, ну как бы сначала просто приехали на вышку поснимать там новую вышку, показали мне. И потом что-то разговор зашелся о новой вышке, которая переносная в поле. Поехали туда съездим, время есть. Поехали на вышку. Приехали, что-то туда-сюда сели. Давай будем посидим. Только сели, я не знаю сколько. Уж полчаса прошло. Что-то я ничего не услышал, я так и даже вообще ничего не понял, даже камеру не успел включить. Просто Дима сказал тихо. И подай мне, говорит, карабин. И берет карабин. Включает тепловизор, делает выстрел. Я просто уже вижу белые, не белые, черные тени замелькали просто. Как кабаны побежали. И он мне протянул тепловизор, такой ручной, в руку. На, смотри. И я вот взял тепловизор и начал убегающих сначала посмотрел. Я услышал шлепок четкий. Еду вообще. Услышал четкий шлепок и как поросенок завизжал. И все. В итоге оказались, они стояли всего лишь в 50 метрах. Они просто стояли. И он довольно-таки, знаете, он не тихо сказал, дай мне карабин. И они даже не шелухнулись. Они стояли. Они только после выстрела побежали. И под, а там овраг, и они получается, они шли. Шли и нас причуяли. Так, сейчас я кольцо. Они шли, нас причуяли и походу затаились. Ну, больше объяснений я этому не нахожу. Просто откуда они взялись, мы сами не поняли. Блять, куда ехать-то? Сюда. Вот. Пошли, вот, и буквально там, я не знаю, может, минуту просидели. Получается, кабаны шли на поле и мимо вышки. Они нас услышали или причуяли и остановились, затаили. И просто Дима услышал хрюк, как кто-то хрюкнул. И он резко вот это вот все. Все быстро, мгновенно, я ни камеру не успел включить, ничего. И потом, вот я взял тепловизор, уже они через овраг пробежали. И я поснимал их в тепловизор. Ну все, кабан добыт. Решено ехать искать дальше барсука. Тебе собак выпускаем. Они петляли, петляли, петляли. Ну видно, что собаки просто след распутывали. Там четко было видно. И все, они забегают в лес. Лай. Мы тут подбегаем. Все, а он во времяночку. Дерево упало там под корнем. Спрятался. И был благополучно добыт. Собак, конечно, он потрепал. Немало. По-моему, я на Ульяна спешил. Короче, три собаки. Двоим досталось. Морды покусал он. А один с хитрецой его пронесло. Ну, прикольная охота. В принципе. Ну, чисто вот для любителей вот лаек, собак, такая специфическая. Конечно, ребята упакованы по полной, там и GPS, и все. То есть без этого,
скорее всего, ну, сложнее будет во много раз. Тут ты собак видишь, где они, что они, и хозяин собак четко сразу же говорит, по кому собаки работают. По лисе, по барсуку, по кабану. Он, в принципе, сразу сказал, вот это работает по барсуку. Четко. Первый раз, когда ушли, он сразу сказал, по кабану ушли. Ну, он там по GPS все-таки это. Прикольно. Блин, походу я не туда уехал. Куда я уехал? По-моему, я на Ульяновск шурал. Ну, возможно, еще. Сейчас посмотрим. Град Екатеринов. Точно, я на Ульяновск ушел. Да? Да, я на Ульяновск ушел. Разворачиваемся. Четвертый час времени. Еще утром на работу ехать. Ничего, ради такого можно и не поспать. В принципе, удовольствие получил. Побыл на охоте, на новой охоте для меня. Мне очень понравилось, шикарно. Особенно, конечно, на кабана. Адреналин такой. Все неожиданно. Классно. Это видео, скорее всего, я выложу в свой день рождения. Так что, у кого будет желание, можете поздравить. Мало поснимать пришлось, потому что охота все-таки ночная. И все как-то неожиданно получилось. Но еще не последний раз мы в этом охотничьем хозяйстве. Это 100%. Я думаю, надо заканчивать, потому что я заблудился. Возвращаюсь сейчас обратно. Я на Ульяновск ушел. Отвлекаюсь. Еще в машине свет горит. Сейчас знаки надо смотреть. Навигатор. Навигатор у меня есть, если что. Ладно. Надеюсь, было интересно вам смотреть так же, как и мне участвовать. Давайте продолжаем свои приключения. Уже осень. На следующих выходных опять паутятины займемся. Ну и тут уже у нас октябрь на носу. Будем пробовать добывать бобра. Давайте, ребят. Всем удачи, всем пока.